Пойдем покажу, как найти вот этот вот пункт лимит фоновых процессов и выключить все фоновые процессы. То есть, когда вы заходите на сайт, и чтобы у вас вот здесь вот не висели вот эти вот все фоновые процессы. Как так сделать? Сейчас расскажу. Ты пока поделись этим видео, расскажи другу. Для этого все просто. Просто зайди в настройки о телефоне, потапай по версии MIUI, пока не нужно, вы станете разработчиком. А дальше спустись вниз до пункта, который называется расширить настройки. Здесь вы найдете подпункт для разработчиков. И вот здесь вот для разработчиков вы найдете как раз те настройки, которые нам так нужны и которые нам так необходимы. Называются они режим. Сейчас я вам покажу. Есть на любом андроиде вот лимит фоновых процессов. У вас здесь будет 4 стоять процесса. Кто-то вам скажет, ну это очень плохо. А в стандартный лимит это вообще у него не будет ограничений, сколько захочет, сколько и поставит. Вам нужно поставить без фоновых процессов. У вас телефон не будет греться, нагреваться, оперативка не будет расходоваться. Самое удивительное, что телефон оживет новой жизнью. Пользуйся.